Приветствую всех подписчиков гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня Pux Crypto Big Pay, где нам абсолютно без вложений на просмотре сайтов, то есть серфинга, дают зарабатывать коины. Ну а коины, как всегда, конвертируются в криптомонеты. Регистрация здесь наипростейшая. Email, логин, два раза пароль, капча. Кликаем зарегистрироваться, после чего на почту придет письмо. Мне пришло в папку спам. Я кликнула не спам. Потом перешла по ссылочке, как бы, и подтвердила почту. Здесь вот баланс на вывод. У меня 546 коинов. Далее на домашней страничке находится реферальная ссылочка. Есть телеграм-канал, телеграм-суппорт. Далее что? Так. Здесь тоже во вкладочке рефералы будут отображаться наши партнеры. На вывод я его, друзья, не проверял. Также находится реферальная ссылочка. Но это отображаться будут наши партнеры. Вывод. Минимальный вывод здесь 1000 коинов. Вот, и видим, на Faucet Pay есть C-валет, если кому надо, пожалуйста, много криптовалют, E-валет. Вот. Ну, я вот на Faucet Pay, самое оптимальное такое. И вот множество, да? И как здесь пишут... Минималка 1000 вот этих коинов. Значит, далее что у нас? Идет кран. На кране я так не сижу. Я делаю 5-10 клеймов в день. Потому что я не могу столько времени как бы уделять одному именно боксу. Ну а здесь можно как бы он 5-минутник. 100 клеймов. Как бы делать в день. И дает нам 40 коинов. Минималку набрать можно быстро. Зашла я сюда позавчера. Вчера мне некогда, у меня не было времени как бы зайти. Минималка была. Давайте соберем монеты. Здесь подводных реклам нет таких. То, что перебрасывать на страничку, на следующую, это, я считаю, ничего страшного как бы. Раскатываем капчу. Так, что вот здесь электричество, что-то вот это, наверное. Угу. И антибот 1.5. И вот на желтую вкладочку. Все, 40 монет не засчиталось. И пошел таймер. Далее что? Big Faucet там совсем мало. Далее ПТС. Ну вот это 10. Хотите, Апервал можно просматривать. Я их не смотрю. Ой, короткие ссылки также есть. Кто любит, умеет их смотреть. Я их тоже не смотрю. Я буквально просматриваю, так как я работаю тоже на боксах. И некоторые боксы... запрашивают одну-две короткую ссылку, чтобы просмотреть, чтобы продолжать работать на кране. Тогда в таком случае я уже иду и просматриваю пару этих коротких ссылок. А так в основном я на ПТС. Ну и на кране. Я вам показала кран. Рекламок 20 на 334 коина. Вот. Давайте одну посмотрим, кликаем. Ну тут все как обычно. Обычный серфинг. Вывод обрабатывается, по-моему, в ручном режиме.
Извиняюсь за голос. Простыла я. Разгадываем капчу. Готово. Закрываем. Страничка обновляется. Ну и все. Мы таким вот образом просматриваем как бы рекламку. Ну, в принципе, на этом и все. Минималку наберу, естественно. Я запишу видео по выводу. Это, наверное, я уже буду на следующей неделе тогда делать видео. Потому что тут как бы и времени у меня нет. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. Кому интересно работа, мне интересно, проходим мимо. До новых встреч!